Приветствую вас на канале Марат Джабани. И сегодня, наверное, впервые вы слышите нормальный звук от Blaupunktr конца с 403.20. Ну, точнее, как слышите? Сейчас послушайте. А почему же такое счастье произошло? А потому что я разжился головкой для этого аппарата, которая, в общем, сейчас туда установлена, поэтому звук стал в разы лучше, сейчас мы это услышим. Еще хотелось бы отметить, что под обзором Радиолы Урал уже набралось 10 лайков. И по идее я должен снимать новый обзор. Но, к сожалению, сейчас у меня завал с учебой. И очень скоро каникулы, буквально через полнедели. Поэтому надеюсь, что я вас обрадую, но обзор будет не совсем на радиоаппаратуру, но аппарат будет очень интересный. Наверное, вам понравится. Очень на это надеюсь. Сейчас предлагаю уже послушать Blaupunkt. Сначала мы будем слушать пластинку шлачную, потом виниловую. Tak vám to tež odpovím, co jiným povídám. Proč by ne, proč bych se nesmál dneska, vždyť přece s úsměvem je každá chvíle hezká. Proč by ne, proč bych si neměl zpívat, vždyť v tom je celý úspěch, písnička a úsměv dovedou nám pravé štěstí dát. Každá chvíle hezká, proč by ne, proč bych si neměl zpívat, vždyť v tom je celý úspěch, písnička a úsměv dovedou nám pravé štěstí dát.